Расшифровка некоторых городов Центральной России. Должен быть я. Так? Начало, да? Вот и пишем. Город Минск. Расшифровывается как я. Тюркское название. От слова мин. Так, если есть я, значит, должна быть где-то жена. Вот, пишем жену. Город Хатынь. Жена. Тюркская. Хатынь. Так, если есть я, есть жена, то должна быть где-то дочь или сын. Ну, напишем дочь. Значит, дочь была у этого человека. Дочь Кижи. Тюркская. Ну, если вот есть дочь, значит, должен быть зять. Кию. Кию. Зять. Тюркская. Опять название. Вот. Наверное, был брат у этого я. Вот. Он, может быть, погиб в боях. Осталась вдова. Вдова. Пишем город вдова. Тула. Тула. Переводится как вдова. Тюркская. Тула. Но у этого я есть какая-то красавица. На стороне. Пишем город Пермь. Пермь — это моя красавица. Слово Пери. Пермь — это моя красавица. Ну, должна быть родина у этого я. Понятно. Пишем город Тверь. От слова Тверь. Вот. Тверская. Так. И вот этот я решил сходить на край своей земли. Вот. Для этого надо ему взять оружие. Пишем. Балтийское море. От слова болта. Топор. Вот, болта, Балтийское море, болта, топор. Взял он топор и пошел на край земли. Вот, на всякий случай взял он еще кнут, плетку. Плетку, Камчатка. Это слово камча, кнут. Взял он этот кнут и решил помыться и пригладить свою бороду. Сахалин. От слова сахал. Борода. Тюрская. Ну все, на обратном пути уже его встречает курьер. Вот, с какой-то новостью. Новость. Город Хабаровск. От слова хабар — новость. Вот. Новость гласит о том, что его у этого человека, у этого я, вот, младшая жена, вот, решила купить землю. Младшая жена — это Тюкал. Младшая жена. Тюкал. Вот. Ну, она ему говорит, этому я, говорит: там есть хорошая земля. Хорошая земля звучит как червяк. Червяк. Так. Хорошая земля. Пригожая земля.
Верблах. Вот. Но он решил все-таки за место земли купить ей Желтую гору, предлагает. Желтая гора. Город Саратов. Сара. Там. Вот. Ну, она говорит, нет, я лучше поеду в низовье. Вот, в низовье поеду. Низовье у нас звучит как Тюмень. Тюмень. Низовье. Тюмень. Тюмень. Вот. И там, может быть, куплю хорошую землю. Если не хочешь ты мне покупать, вот, черлак. Но он предлагает ей, а ты купи, вот, на севере Омской области землю. Она говорит, ну там тесно, говорит, там тесно. Город Тара. Тесновато. Тара. Вот, Тар. Тесная земля. Там тесно, говорит. Тогда я купи мне тогда озеро, вот. Богатое озеро. Богатое озеро. Исиль. Исиль-Куль. Вот. Исиль-Куль. Вот. Богатое. Богатое озеро. Вот. Или, говорит, огороженное озеро купи мне. Вот. Шербак. Куль. Огороженное озеро. Шербак — это ограда. Есть фамилия Шербаков. Ладно. Ну, что на это он отвечает? Я, говорит, подумаю и дам тебе знать. А она ему говорит, свой план рассказывает, почему она хочет землю купить или там озеро. Она говорит, хочу посадить там хорошие растения, вот. Потому что у меня есть для этого его семена, плоды. Корень есть хороший, вот. Корень. Город Самара. Переводится как корень. Корень. Вот. Ну и этот я. Вот. Этот я. Поехал к себе. Ну и продолжение следует. Вот такая историческая путевая заметка у меня вышла.